Сегодня мы находимся в российском павильоне на так называемой Терраца Русса. Это самая большая... Хотя зачем я говорю? Пусть Валерия, которая представитель российского павильона, нам все расскажет о российском павильоне. Добрый день, добро пожаловать в павильон России на Экспо-2015 в Милане. Мы очень рады приветствовать всех посетителей здесь. Наш павильон представляет лучшие традиции России. Мы поддерживаем основную тему Экспо «Накормим планету». Мы устраиваем 11 раз в день дегустации традиционных русских напитков на открытой в баре в нашем. Также у нас имеется открытая кухня, где мы устраиваем 6 раз в день дегустацию традиционной русской пищи. Мы угощаем гостей гречкой, различными видами традиционной русской рыбы, сладостями, устраиваем чаепития. Специально для Экспо была издана кулинарная книга, которая разделена на 11 частей, и каждая из частей представляет регион России. В книге можно увидеть не только рецепты, но и традиции, какие-то особенности региона. Очень интересная книга и замечательный подарок для родных, близких и друзей. Символом павильона России является Мишка. Перед павильоном у нас стоит семья Мишки. Да, вот вы можете увидеть прекрасного Мишку. Перед павильоном России прекрасная представлена семья: папа Демишка, мама Демишка и Мишка, конечно же. Также у нас в павильоне есть сувенирный магазин, где можно приобрести матрешек Мишек, Мишек-неваляшек, футболки и весь мерчендайзинг вместе с Мишкой. На втором этаже павильона мы представляем традиции разных регионов России. В данный момент у нас представлен регион Тула. Также у нас имеется великолепная терраса, на которой мы сейчас находимся. Главная идея террасы – почувствовать себя в России, когда ты поднимаешься на террасу. Здесь можно попробовать настоящие русские напитки, специализированные коктейли, тоже стилизованные под Россию, и увидеть цветы, которые также представлены в России. Ну, я помню, когда Владимир Путин приезжал на День России на Экспо, он сказал, что Россия способна накормить весь мир, то есть по способностям. Вот сейчас мы видим, что, по крайней мере, российский павильон – это единственный павильон, который может накормить все Экспо, несмотря на 150 тысяч посетителей в день в Экспо и более 50 тысяч посетителей в российский павильон. Всех мы кормим, и все остаются довольны, мне кажется. Мы стараемся.